Утренняя гимнастика. Доброе утро! На зарядку вместе! Сегодня понедельник, и с вами Козлова Дарья. Надеюсь, у каждого из вас утро начинается. Проснулись, улыбнулись и поехали. Ну что ж, начнем с зарядки. Ручки наверх, тянемся, чтобы растянуть наш позвоночник. Закончили. Продолжим наклонами вперед-назад, ноги на ширине плеч. Выполняя наклон вперед, пытаемся коснуться руками пола. Выполняя наклон назад, пытаемся дотянуться до пяток. Закончили. Продолжим наклонами в сторону. Руку на пояс, наклон в правую сторону и в левую. Очень важны такие суставы, как плечи и локти. Ну что ж, начнем. Выполняем круговые движения руками. 4 вперед, 4 назад. Локти. Интенсивные круговые движения вперед и также в другую сторону. Так, начнем с выпадов, чтобы тщательно растянуть наши ноги. Выполняя выпад, стараемся как можно ниже опуститься. Также на другую ногу. Выполняя выпад, следим за тем, чтобы колено было прямое. Закончили. Колени – такая же неотъемлемая часть. Выполняем круговые движения. В одну сторону и в другую. Чтобы не подвернуть наши ноги и кисти, выполняем, тщательно разминаем их. Совмещаем с разминкой головы. Так, а сейчас я хочу провести вам небольшой комплекс упражнений, которые позволят держать ваше тело в хорошей форме. Начнем с пресса. Ложимся на спину, руки на колени и выполняем скрутки. Поднимаем только лопатки. Дальше мы прокачиваем боковые мышцы пресса. И также на другую сторону. Для укрепления наших рук старые добрые отжимания. Все эти упражнения выполняйте по мере вашей возможности. Или же вы можете найти хорошие комплексы в интернете, то сколько подходов и раз вам выполнять. Ну что ж, всем спасибо, всем хорошего дня, до встречи!